Приветствую вас на своем канале Керменбай. Видео будет про посад B3, про форсунки. Именно распиновку у нас есть на каждой форсунке полярность. Плюс и минус. У нас форсуночка это 89 года выпуска. Ну, с 89 года выпуска посада. А эта форсуночка с 91 года выпуска посада. Смотрим, такая же самая фигня, и такая же самая распиновочка. Если мы достали форсунку, и как ее назад ставить, так или так, как узнать полярность? А легко, оказывается. Я сам, если честно, не знал. Только вот допер по фишке. Вот смотрим, так, берем нашу, у нас Passat 89 года выпуска. Значит, стоит у нас форсунка вот такая вот, толстенькая, упитанная. И вот такими контактами. Смотрим, вот видите, у нас здесь полукруг, а здесь с такой ямочкой. Здесь гадать не надо, даже мультиметром измерять не надо. Здесь прямо на фишечке, вот смотрим, здесь вот полукруг, а здесь с ямочкой. Это значит, нужно нам вот так вот поставить форсунку. Вот видите, чтобы попадали, да блин, клин. Вот так вот. Так, секундочку, так, да. Вот смотрим, видите, она будет попадать. То есть нужно, блин, вот так вот поставить у нас форсуночку. Вот так вот поставить нужно, чтобы попали вот все по пазам. Вот и все, не нужно гадать, где какая полярность. Все легко, оказывается, и просто. Если кому помог, обязательно поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить дальнейшие видеоролики. Поставьте колокольчик. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.